сообщает ТАСС о заявлении РФ президента, что провалился Запада против РФ экономический блицкриг. Вообще-то санкции Запада к РФ – это не блицкриг, а осада. И в понимании людьми пословицы: когда в хвосте начало, то в голове мочало. Нас что-то погода не хочет налаживаться у нас. Хотя маловероятен сдвиг. Да вот запись клипов с ней, моих пенсионных дней, главная отрада. Да, тем более, что повод для таких клипов, чтобы вспоминать эту пословицу, каждый день навал в России.